Резонансное преступление расследуют в Казани. Суд заключил под стражу сына российского бизнесмена Игоря Сосина, 19-летнего Егора. Его отец, по данным информагентств, совладелец торговой сети магазинов стройматериалов «Оби», известен также как один из основателей другой сети «Старик Хоттабыч». Егора Сосина подозревают в убийстве своей матери. Вместе с ней на прошлой неделе он приехал в столицу Татарстана для участия в семинаре известных немецких психотерапевтов. Якобы у молодого человека были проблемы с наркотиками. Трагедия разыгралась в гостинице, где они остановились. Светлана Костина с подробностями. Он все в том же отельном белом халате и тапочках. Молодой человек пытается убедить полицейских, он не помнит, что произошло. Мама мне давала таблетки какие-то. И потом в квартире, ну, в нашей, как это называется, в нашем отеле начались какие-то, ну, непонятные вещи, начались какие-то галлюцинации. Я сейчас в обморок упаду. Чуть не упали в обморок сотрудники одного из казанских отелей, когда открыли дверь номера. На кровати лежала мертвая женщина. В день трагедии один из постояльцев отеля увидел молодого человека, бесцельно ходившим по коридорам, при этом на его одежде имелись следы крови. После этого мужчина сообщил о произошедшем персоналу. В номере беспорядок, на столе шнур от зарядного устройства телефона. Именно им, по предварительной версии, и была задушена 44-летняя женщина. Перед этим ее жестоко избивали. По записям с камер видеонаблюдения установлено, в номер в день убийства, кроме женщины и ее сына, никто не заходил. По данным следствия, допросить молодого человека удалось не сразу, ведь он был в явном алкогольном или наркотическом опьянении. К тому же в номере были найдены разные пузырьки с таблетками. Сейчас все препараты отправлены на экспертизу. Самому подозреваемому тоже предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Он арестован Вахитовским районным судом на 2 месяца. Обвиняемый Егор Сосин – сын известного бизнесмена Игоря Сосина. По данным СМИ, Сосин-старший является основателем торговой сети «Старик Хоттабыч», которая 3 года назад закрылась, владельцем магазинов «Модис» и акционером компании «Оби». 19-летний сын, казалось, тоже пойдет по стопам отца. Зарубежный диплом, мечты о собственном бизнесе. Но, судя по всему, проблемы в семье перечеркнули все планы. Родители Егора развелись несколько лет назад. С тех пор, по некоторым данным, взаимоотношения молодого человека с матерью и отцом были напряженными. Об этом он не раз высказывался в социальных сетях. Что вдохновило вас создать собственный бизнес? Мне было скучно в школе, и я хотел достичь большего. Мои родители не дали мне многого. Отец Егора Сосина, как пишут таблоиды, после развода женился на молодой красавице, которой ни в чем не отказывал. На благотворительных аукционах он скупал для нее самые дорогие лоты. На этих кадрах Игорь Сосин, участник благотворительного аукциона в Каннах, приобретает уникальную коллекцию красных платьев самых известных мировых дизайнеров. Стоимость подарка – несколько миллионов долларов. Воспитанием Егора в основном занималась мать. Именно она привезла его в Казань для участия в психологическом тренинге немецких специалистов «Сила Вселенной», посвященном взаимоотношениям в семье. Сейчас молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве. По решению суда он заключен под стражу. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства случившегося. Светлана Костина, Олег Матюшин, Первый канал, Казань.